Всем привет из Канады. Сегодня мы с вами идем в такой американский магазин. Он называется Nordstrom Rack. Он, в принципе, это как бы аутлет очень известного в Штатах магазина Nordstrom. И здесь продаются уцененные товары из магазина Nordstrom. Дорогие друзья, я прошу прощения, что мне пришлось ускорить некоторые моменты этого видео. Получился такой мультяшный дурацкий голос, но это я сделала для того, чтобы YouTube не цеплялся к музыке, которая очень громко играла в магазине. И я здесь один раз снимала. Мне не произвело вообще большое впечатление то, что я здесь увидела. Ну а сейчас я решила прийти еще раз посмотреть, учитывая наши дефициты и вообще все, что происходит сейчас в Канаде, что у нас... И в нормальных, обычных магазинах с товаром как-то не очень, а уж в таких каких-то стоковых оцененках. Да, что-то я пошла в шляпу, в какие-то времени. Нет, здесь ничего интересного. Кстати, хорошенькая шапочка. Вот такие шляпы были очень модные. Были очень модные этим летом. Панамки всякие. Вообще, кстати, шляпы неплохие у них здесь. Давайте посмотрим. Здесь музыка, конечно, не очень это все мне нравится. Шляпы интересные. Я, может, потом попримеряю, или потом, или сейчас. $35 она стоит. Вот это очень красивого цвета, такого, знаете, смотрите, как здесь интересно сделано тулья. Ого, она и стоит не слабо, $75. А что это за бренд, что она такая... А, Rag & Bone, это довольно дорогая компания. Ну ладно, посмотрим. Сейчас мы здесь... Я всегда навожу порядок, потому что я не люблю, когда все разбросано. Вот. И вообще моя прошлая работа в магазине, где я когда-то работала, не дает мне мимо пройти спокойно, без порядка на полках. Так, здесь есть сумки. Сейчас буду за слово так бить себя по языку. Это Tory Burch. Вы знаете, это наш очень известный, очень любимый американский бренд. $340 она стоит против 600... Не вижу, сколько? 68, да? Это вообще невозможно поверить, что такая малюсенькая сумочка может стоить почти $700. Я, кстати, не уверена, что эти цены немножко не завышены до того, как они ушли как бы в сток. Вот то, что они здесь пишут. 309, а было 495. Ну, я не знаю. Я не знаю. Может быть, это и правда, конечно, хотя... Очень трудно в это поверить. Ну, может и нет. Так, это у нас кто? Это у нас Марк Джейкоб. И вот такая сумка Марка Джейкоба стоит... Марк Джейкобс. $250 против 529. Вот я вам хочу сказать, что ну, это как бы цена такая... Я могу ее принять, но вот насчет Tory Burch, мне кажется, что Marc Jacobs более дорогой бренд, и сумка такая большая, знаете, вполне такая хорошая большая сумка. Что там внутри бумажки напихано? Ну, в общем, такая большая сумка, здесь удобный замок, удобный карман. Я могу как бы оправдать эту цену в 500 чем-то долларов, но вот ту вот малюсенькую сумочку Tory Burch за 600 чем-то до оценки я вряд ли понимаю. Это хорошенькая какая малютка. 224. Тоже он же. Тоже Марк. Нет, это Kate Spade. А, ну вот я вижу по стилю, что вот такие яркие цвета. Это обычно Kate Spade. Это тоже Марк Джейкоб маленькая, вот эти поменьше, видите, такие же, как эти серые. А, вот она, Kate Spade, это ее притащили оттуда. Видите, какие смешные сумочки Kate Spade? Мне они очень нравятся, они очень прикольные. Смотрите, какая клевая. Стоит она 240. Как-то столько. Ну, она малюсенькая, не очень вместительная. Ну, так, для прикола, знаете, неплохо. Это тоже ничего симпатичное, но такая... А вот это уже сумка такая, знаете, классическая. $280. Это тоже ничего. За 219 надо мне очки надеть. Я ничего, уж очки не вижу. Я это в своем каждом видео говорю. Вот это, кстати, неплохая. $220. Kate Spade.
Вполне себе хорошая цена. Вот это мне нравится. Такая большая, знаете, удобная серая сумка. Ходить на работу. Ты тоже Кэти Пэт? Мне кажется, что нет. Я сейчас найду. Ой, удобно мне одной рукой. Так, давайте посмотрим, да? $350. Да, тоже Кэти Пэт. Очень нехарактерно для них. Не характерен для них дизайн, потому что у них все такое цветное, вот веселенькое, типа вот кактусы. А вот такой вот, такая классический такой саквояж. Это очень не в их стиле, но тем не менее. Такие цветные с пластиковыми ручками. Что она стоит? 215. Kate Spade. Внутри просто замш, вот такой одно отделение. Вот эти довольно неплохие. Такая классическая черно-розовая сумка. $180. Совсем не так уж и страшно. Хороший размер, такой небольшой, не маленький. Я думаю, что у нее есть длинная ручка, да, прилагается к ней. И вот такой вот чемоданчик симпатичный. Так, где Каминков у нас тут есть? Почем? 24, было 195. Ну, вот такая маленькая замшевая сумочка. Их много. У них и разных цветов. Есть черные, есть вот такие вот кэмо, есть защитного цвета. Я как-то меня понесло по сумкам. Но как зашла, так и пошла. Знаете, есть неплохие сумки, в принципе, если очень нужно что-то такое. Ой, смотрите, какая. Смотрите, какая хорошая, хорошенькая малышка. $132. Stradsbury. Я знаю такой бренд. Это английская компания, очень недешевая. В общем-то, почти что люксовая. И вот такой вот малюсенький кошелечек с бахромой. Стоит $132. Прикольно, конечно, но совершенно непрактично и абсолютно не никому не нужно такое. Хотя, если у кого-то есть лишнее $130, то можно себе позволить себе побаловать. Вот эта симпатичная сумка. Классическая, $115. Ребекка Минков. Через плечо. Хороший цвет такой пыльной розы. Это тоже Ребекка Минков. Хорошие такие сумки, знаете, базовые такие. Хорошие цвета. Разных фасонов есть. Вот это кто у нас? Kate Spade. Тоже такая, знаете, $127. Тоже не страшно. Классическая такая сумка. Через плечо, кроссбоди, если вот нужно. Не очень большая сумка. Ну, в общем, вы видите, да, много всякого разного. Разные фасоны, все примерно плюс-минус в одну цену. Можно за $150 где-то в среднем купить сумку такого среднего ценового сегмента. Вот Kate Spade. Kate Spade очень хорошего качества сумки, очень хорошего. Классический дизайн, черного цвета, $280. Так что на 650 я, конечно, погорячилась, но что-то так. В общем, можно подобрать, можно найти. Смотрите, какая симпатяга. Симпатяга. Так, это Ребекка Минков. Классический вот содранный с Шанель дизайн, который много лет они уже делали. Вот, очень такая хорошая, по-моему, базовая сумка тоже. Не понимаю, что за бренд. Никогда не слышала про такой. Про такой бренд. Называется он вот так вот. Вот так вот он называется. Курс что-то такое Лондон. Написано, что я кожаная. Очень приятно. Тоже, конечно, такая прям закос под Шанель или под что-то такое. А мне интересна ее цена. Цены что-то нигде нету. Сильно копаться, чтобы найти цену, мне неохота. Вот они с черной, с золотом, есть зеленые с серебре. Есть такие маленькие. Это какой-то новый для меня бренд. А вот маленькая стоит 124. Значит, большая, наверное, стоит около там 200 с чем-то. Тоже такая закос прям под Шанель, прям закос. Ну, что делать? Никто не возбраняет. В принципе,
смешная. Сумочка из бусинок. Здесь есть также украшения. Давайте посмотрим. Здесь есть обувь, здесь есть одежда. Наверное, мы не уложимся в одно видео, смотря что интересное я здесь найду. Смотрите, какой интересный зелененький камушек, симпатичный. 15 баксов. Ну, такое. Цены такие, знаете, не то чтобы совсем уж так дешево, но кольцо. Ну и не так, чтобы очень дорого, конечно. 17-18 долларов оно стоит. Ну, знаете, не то чтобы даже вопрос цены, а вопрос в том, что ничего такого я не вижу, чтобы я прямо вот так, вот распродажа, кстати, чтобы я прямо так вот захотела купить, прямо так захотела. Какой-то хлам. Ну, украшения. Стенки неплохие, кстати, а вот украшения какая-то шняга. 12 долларов за такие серьги, да, ну... Ну, ничего, такие симпатичные, но мне кажется, можно, у нас можно найти дешевле. Я даже не знаю, что это не какой-то такой бренд уже такой великий. Ну вот, кстати, а, это для очков. Пластиковая большая цепь. За 25. Даже не на распродаже. Вот эти вот... были в моде очень вот эти вот браслеты ожерелье такие, знаете, как будто из детские такие, как будто пластиковые сделаны. Как будто сделаны из пластиковых таких, знаете, набор сделай сам, детская игрушка. Дама так прошла на меня, посмотрела на меня подозрительно, что это я здесь снимаю, разговариваю сама с собой. Ну, на самом деле, не знаю, что разговариваю сама с собой. Во-первых, я не сама с собой разговариваю. Во-вторых, может быть, я с кем-то разговариваю на WhatsApp, например. Правда же? Я телефон использую как лупу. 30, да? Ну, неважно. Ну, короче. Ничего такого я не вижу. Ну, давайте пойдемте в обувь. А потом посмотрим, что здесь из одежды. Видите, здесь тоже такое все. Сбор блатных и шайка нищих, что называется. Как на первый взгляд, ничего такого, что может привлечь мое внимание, но давайте посмотрим. Ну что, это кроссовки всякие. Я вообще-то хотела свой размер. И, в общем-то, ну, единственное, что меня совершенно не интересует спортивная обувь, а меня интересует обувь более, так скажем, элегантная. Ага, вот, 5,5. 5,5. Но мне нужен 5. Видите, да? Симпатичные такие шлепочки. 120 баксов. Кто название не знает, как брать. Так, ладно. Вот, смотрите, какие симпатичные ботинки на сейле. Ого, стоит 114 долларов. Я не могу прочесть название, оно там внутри выбито как-то. Ну, в общем, симпатичные, короче. Вот эти вот из меха, милитари. Вот эти тоже очень, прямо очень. Акс, между прочим. Классные. Ой, какие красивые. Красные ботинки. У меня есть красные ботинки. И это 270 долларов они стоят. Это, по-моему, Tory Burch. Да, это Tory Burch. Посмотрите, какие красивые. Элегантные, изящные. Вот, неплохие ботиночки, очень неплохие. 89 баксов. Винс Камута. Тоже есть такая компания, у нас довольно известная, продается много где. И такая, средний тоже ценовой сегмент. Вот босоножки Tory Burch, летние. 159 долларов. Вот с их эмблемой, вот это неплохие. А сапоги Tory Burch, 300 долларов. Так вот они выглядят.
Я думаю, что кожаные. Вот здесь много зимней обуви. Кстати, такой на зиму, в общем-то, видите, вот такие всякие ботинки. Вот прельс какая, тапочки Акс за $100. Ну, для тапочек, знаете ли, хотя сейчас такие тапочки носят, по-моему, на улицу. Никто не считает, что это вообще домашняя обувь больше. Считается, что это обувь, в общем-то, вполне себе уличная. Ну, как интересно, смотрите. Очень красивые. Сэм Эдлман. $65. Это прям недорого. Прям вообще недорого. Посмотрите, какая красивая, элегантная, нарядная, изящная туфелька. Очень красивые, на мой взгляд. Ну, такие нарядные. На выход из ткани, знаете, непрактично, конечно. Смотрите, видите? Пустые полки. Написано, что new merch is on the way. То есть новые товары по пути к нам. Скоро приедут. Да, вот такая грустная картина у нас. 6,5 размер. Пинскамута. $80. Босоножки. Вот такие, знаете, Томми Хилфигер. Хилфигер. Как будто бы немножко, если не закрыть глаза, то можно подумать, что это Гуччи. Они стоят $50. Так, что еще? Вот интересные какие, посмотрите, правда? Какой интересный каблук. Франко Сарто. Это известная тоже, известная компания. Не очень дорогая, но $80. Смешные. Золушка. О, какая красота. Посмотрите только, какая красота. Тоже Тори Бэтч. $230. Шикарная, конечно, брошь. Красивые босоножки. Но тоже на очень-очень особый случай. О, ботинки, сапоги. Сапоги, ботиночки. Ботиночки красивые, желтенькие. Смотрите, как это, правда? $219. Акваталия. Акваталия — это хороший, дорогой бренд, довольно хорошая компания. Ну вот они дешевые, симпатичные, правда? Вот эти неплохие. Наверное, тоже дешевые. $120. Это Винс Камуто. Симпатичные. Но мне кажется, что уже из моды вышли вот эти вот сапоги с открытым носом. Хотя у меня есть, и я их ношу. И с удовольствием ношу. И мне нравится. Но просто как бы мне кажется, что уже они не очень актуальны. Хотя вот точно такие же тоже с открытым носом. $130. Тоже Винс Камуто. Изящные, довольно элегантные. С квадратным носом. И в принципе... плохо они так выглядят, ну тоже такой специфический сапог, не все такой на себя наденут. Ну вот классическая, совершенно классический ботиночек, хорошенькие, симпатичные, очень симпатичные, кожаные. Акваталия, сделана в Италии. Какой стихами заговорила. Акваталия, сделана в Италии. Так, классический ботинок, изящный, элегантный, удобный каблучок. Но они дешевые. $220, конечно, это немножко too much, мне кажется. А меня все тянет на красные. $240. Все меня тянет на красные. На красные калуши. Ну, есть такие вот, смотрите, неплохие есть. Вот белые такие, молочного цвета, вернее. Полуботиночки. Очень симпатичные. Очень хорошего. 6 размер, $100 они стоят. Ну вот же симпатичная такая обувь. Вполне очень даже достойная. Ну и цена такая не смертельная, $100. Не знаю, они кожаные или нет. Ну, в общем-то, неплохие. Вот тоже светлые, очень симпатичные. Посмотрите,
на таком красивом каблучке. $80. Ну, в принципе, симпатичные. Причем каблучок такой небольшой. То есть они, в принципе, должны быть удобные. И, в общем-то, довольно оригинально выглядит. Потому что здесь белое, а здесь, видите, каблук такой сделан под змею коричневый. Есть ничего такая обувь. В принципе, если нужно, то... Вот симпатичные ботинки. Вот казаки. Или казаки, как правильно, девочки? Почем у нас казаки или казаки? По $140. Сэм Эдельман. По-моему, да. Ну, очень такие хорошие, знаете, аккуратненькие, симпатичные, хороший каблук, хороший цвет. Серенький такой, серо-бежевый. Симпатичный. Вот смотрите, какие очень актуальные туфли. Этот фасон называется Мэри Джейн. Вот с такой вот с перепонкой. Смотрите, какие они симпатичные, очень хорошо сделаны, аккуратненькие, пряжечка так сделана. Бренд какой-то, я не знаю, честно говоря, вот так он называется. Ну и стоят они $83, но не страшно, это какой-то размер, я даже не знаю, 6,5, по-моему. Я все пасусь вокруг своих, недалеко от своих ушла. Ну вот, смотрите, какие ботинки красивые, с золотой цепью, очень было актуально в прошлом сезоне. $99, 6,5 тоже мне вполне подходящий размер. И это, не знаю, кто, что за компания, но выглядят симпатично, аккуратненькие тоже такие. Я думаю, что они не кожаные, потому что мне кажется, что все, что здесь кожаное, оно стоит несколько дороже, чем $100. Меньше $100, я не думаю, что это могут быть какие-то серьезно кожаные вещи. Много леопардов. Хорошие, смотрите, какие шлепочки. Лоферы. Бандолина. Всего-то стоит $70. Вот такая вот бандолина. Цвет красивый, такой нежно-голубой. Вот интересные какие балетки. Тоже Тори Бёрч. Смотрите, какая интересная расцветка у них. Балетки ведь снова вернулись в моду, правда же? $160. Балетки ведь снова вернулись в моду, мне кажется. Ну или как-то возвращаются. В общем, короче, здесь можно кое-что найти. Вот еще таких казаки. Вот белые казаки. Посмотрите, какие шикарные. Прям вообще. С тут заклепками. Такой, знаете, Валентина с Кельвин Кляйном. Если поженить Валентина и Кельвин Кляйн. $60, совсем дешевые, думаю, что не кожаные, но выглядят прилично, симпатично, вполне себе достойно. Вот смотрите, какие прям красивые, тоже акваталия, сделана в Италии, это стихи. Эта компания довольно дорогая, стоит $250, но они очень красивые, посмотрите, сделан хороший каблук, хороший фасон, хорошая высота. И немножко такая отделка, не слишком броская, но в то же время не просто такие сапоги, а что-то такое вот сделано. Видите, здесь такой черный кантик. Есть некоторый дизайн симпатичный. Ну, есть кое-что. Есть на что посмотреть. Цены, конечно, не радуют. Не так, чтобы прямо радуют сильно, но вы знаете, что я вам хочу сказать? У нас все очень подорожало. И к тому же... Ну, в Канаде вообще все не дешево. В Канаде дорого. Хорошую пару обуви купить, в общем-то, меньше $200, $150-$200, это, в общем, даже и не надейтесь, что у вас получится. Красивые какие, 250. Смотрите, какие красивые. Ох, прям шик-блеск. Тоже вот эта компания Акваталия. Слушайте, я как-то слышала про нее. Я слышала про нее, но она мне в последнее время что-то нигде не попадалась. А вот здесь вот их много, этой компании обуви. Посмотрите, какие красивые. У них очень интересный дизайн. Очень, с одной стороны, неброский. Ну, такой, не то, что прям там вырви глаз. Но что-то вот такое интересное отличает. Видите, здесь замша, здесь такая кожа под змею. Небольшой каблучок, тоненький, но небольшой. Мне кажется, они не будут очень неудобные. Я думаю, что они даже будут вполне себе удобные. Вот такие вот ботиночки. Обуви много, несмотря на то, что там пустые полки. Вот это мы все идем. Здесь, знаете, как здесь по размерам.
Вот мы прошли, там был 5-й, 6-й, 8-й, видите, а здесь уже 10-й. То есть достаточно много обуви, достаточно большой такой отдел обувной. И несмотря на то, что там вот были пустые полки, я вам показывала, в принципе, тоже мужской, вот это мужской. В принципе, много обуви. То есть вот я все иду, это уже 9,5. Ну, очень много спортивной обуви. Красивое голубое пальто. Тоже давайте-ка посмотрим. Видите, по-французски написано. Я думаю, что это какой-то наш квебекский бренд. $150 стоит пальто. Знаете, красивый цвет, но что-то оно криво. Сделано в Китае. Не знаю. Красивый цвет, но ткань такая дешевая. И все такое, знаете, такое висит мятый, такой какой-то. Вот черное такое же, как-то кривенько. Вкусненько все сшито. Девочки, хожу еще, посмотри, что-нибудь примерить. Ну такое все. Да. Обувь неплохая, шмот, конечно. 82 доллара. Чего я хватаю за это, я не знаю, просто вот показать вам, какой все бренд. Посмотрите, что это такое, ну что это такое. Так, может, еще что-то, конечно, найду, но что-то пока ничего мне не нравится. С $50 скатанные свитера. Наверное, мы сегодня, девочки, обойдемся без примерок, потому что я даже не знаю. Короче, девочки, одежда здесь отвратительная, просто отвратительная, но я все-таки нашла кое-что примерить, ходила в примерочную, кое-что померила. Пойдемте померим шляпы, а в следующем блоге я вам смонтирую мои примерки. Примерочные, там было очень смешно, потому что на самом деле... Одежда, конечно, здесь ужасающая, но я нашла кое-что больше для смеха, чем на самом деле. Так что не пропустите мой следующий влог с примерочным. Будет прикольно. Но я хочу сказать, что сумки здесь действительно неплохие. И обувь здесь можно найти неплохую. Можно. А одежда, конечно, боль. Так, давайте померим шляпы. Давайте посмотрим, что нам здесь нравится. Мне очень понравилось вот это вот... Мне очень понравилась вот эта голубая, то есть розовая, господи, что у меня. Симпатичная, правда, шляпка? Кстати, шляпа неплохая. Сейчас я сниму, чтобы вы видели, как она у меня сидит. Шляпа очень симпатичная. Цвет красивый, интересная вот эта тулья здесь такая. Ничего, правда, маловато как-то. Но она не то, что маловато, у нее просто очень... Сзади там вот этот сенсор прицеплен, и она не налезает на меня как следует. Пойдемте еще посмотрим какую-нибудь шляпку. Это, кстати, тоже ничего, но она невелика, и у нее какие-то кривые поля, хотя тоже вот такая же тулья. Я думаю, что это тот же бренд. Какая-то она большая. И сидит на мне как гриб, болтается. Нет, пошли искать другую. Смешная такая шляпень, но она мне мала. Я ее так нахлобучила на себя с большим трудом. Но она, в принципе, не маленькая. Жмет прямо ужасно. Скорее надо снимать, это отдает все мозги последние. Вот это, кстати, неплохая шляпа. Она мне по размеру подходит, и по цвету. И она такая удобная, так села хорошо. Ну, посмотри, сколько она стоит. У нее здесь такой этот под зверя. А здесь она такая... Хорошие поля, они очень большие, не очень маленькие. Тулья не очень высокая, по размеру она мне хорошая. Сейчас посмотрю, сколько она стоит. $47. Нет, что-то мне жалко для шляпы. Это слишком много, мне кажется. Классическая черная шляпа, но у меня есть такая. Так что мне, в принципе, не нужна. Хотя вот эта неплохая, сидит неплохо, и поля такие. Аккуратненько шляпочка. Но мне не нужна черная, у меня есть. Вот тоже неплохая шляпа. Ну, она дорогая, $75, она стоит, это Rag & Bone компания. Дороговато будет. Тоже ничего, $27, не так страшно, но она такая какая-то, никакая.
Вот это мне нравится, прям нравится. У него такой интересный фасон, знаете, а-ля 70-е. Вот такая тулья круглая. И здесь такие вот поля неровные, такие не федора, а как будто бы такая... Как будто бы просто такие, знаете, в свободном полете, не спадающие. Но стоит, по-моему, $27 или что-то такое. Симпатичная, кстати, шляпа. Я подумаю про нее. Летние варианты панамок. Кстати, этим летом были очень в тренде такие шляпки. Симпатичные. Неплохо. И такого типа, такая, знаете, хиппи, типа Woodstock стайл. Прикольно, правда? Класс, мне нравится. $25 они стоят, эти шапки здесь. Это тоже ничего, Rag & Bone, тоже $75. Дороговато, но сама шляпа. У них, кстати, вот эти шляпы Rag & Bone, они неплохие. Ой, ну ладно, девочки, пойду я домой. Не пропустите мой следующий влог с примерками, с примерочной. А затем с вами прощаюсь сегодня. С вами была ваша Дита из Канады. Люблю, целую. Пока-пока, бай.